Важной частью платформы AQuest является то, как токены AQ используются для создания обращения валюты и создания механизмов спроса и предложения. AQ будет использоваться на платформе Crowdholding, но в будущем они не будут ограничены платформой. AQ будет токеном, используемым на платформе AQuest. Этот токен будет токеном в блокчейне Ethereum, следуя стандартам токена ERC-20 для фактической реализации токена AQ. And Kronos разработал умный контракт, который будет доступен для общей общественности на GitHub до начала любой фазы токен сейл. Изменений в контракте не будет, поэтому любая заинтересованная сторона может спокойно доверять токену AQ. Дорожную карту вы можете найти на сайте или же в белой бумаге проекта. На этом у меня все. Всем спасибо. А вот, кстати, roadmap. Давайте увеличим, посмотрим. Так, с сентября 2018 они начали свою деятельность и подготовку к ICO. И затем вот их планы. Январь, февраль и так далее. Что ж, а на этом мы будем заканчивать. I just wanna be the one you love.